Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня обзор одного из новых героев. Спасибо моему подписчику Адаму. Влепили жирный лайк и написали комментарий. Спасибо, Адам. Древний Ак, и на нем есть новый герой, который, я не знаю, имбовый, не имбовый. Будем сейчас с вами разбираться, потому что обнова, честно скажу, вот более-менее нормальная. Нету чего-то имбалансного. Ну, я не беру, мы уже не берем во внимание героев, по два героя там и прочее, ничего они пока не сделали, пока я не нашел плюс, это то, что на героев X2, то есть бесплатки можно получить сразу же два героя за просмотр рекламы. В общем, поехали. Что у нас делает герой? Морозная коса. Наносит среднюю атаку урона вражеским целям в зоне перекрестия, увеличивает всем дружественным героям мощность атаки и скорость атаки в течение нескольких секунд, обеспечивает щит, неуязвимый в течение следующих секунд, невосприимчив к оглушению, заморозке, окаменению, запутыванию, рассеиванию, герой уменьшает уклонение. В общем, ну, этот щит его рассеивается. Поехали. Поехали на склад. Вот так вот выглядит этот герой. Чик. Пум. Не знаю, какое будет сейчас впечатление от героя. Герой бездонатный. То есть можно его достать за роллинг. Ну, как видите, аккаунт без доната. И здесь он есть уже. Так, поехали. Поехали, будем. Будем смотреть, что он делает. Сейчас, секунду, я подгружу кое-что вам, как обычно. Как обычно, я вам записываю дохренище видосов в день обновы, чтобы у вас была вся инфа про обновление. Такс. Поехали. Поехали, поставим на таблетку, посмотрим. Ну такое, что-то какой-то... Какой-то конь. Герой наземный. Нифига себе, у него топор. Точнее, коса. Больше не знаю, больше на какой-то топор похоже. Жестко. Морозная коса. Блин, еще надо запомнить эти названия все. Морозная коса. В общем, поехали посмотрим в рейд. Как видите, герой наземный. Нифига себе, умение работает сразу же, что ли. Так, набор энергии, конечно, печальный. Скорость атаки небольшая. Бьет как свален. Анимашка, конечно, прикольная у героя. Вот коса заработала, это умение. Это... Ну, не знаю, не знаю. Бьет как свален. То есть, по сути, скилл такой себе. Свален, как вы знаете, тоже, если герои будут стоять, не попадать по прямой, ну, под действие, на них скилл работать не будет. Ну, анимашка здесь интересная. У нас там есть какие-то коробки. Какие-то коробки есть, ничего нету. Ну, начальный аккаунт, древний ак просто. Мы что, первого героя распечатали? Да, походу. Жестко. Не знаю, сейчас попробуем что-то прокачать. Я не знаю, правда, чем. Если тут нифига нету, давайте хоть немножко скилл прибавим. В общем, жестко, жестко, жесткие условия у нас. Так, ну что мы видим? Герой наземный. Такое себе уже. Сейчас посмотрим, как работает скилл. Анимашка героя однозначно плюс. Мне нравится то, что они добавили такую анимацию героя. Так, ну, бьет по прямой. Набор энергии печальный. Скорость атаки тоже желает лучшего. Сейчас посмотрим с героем. Вот, попало. Имеет кучу иммунитетов. Сейчас пойдем на подземки, посмотрим на эти иммунитеты. Ну такое, не знаю, как с вами. То есть где-то плюс-минус, я думаю, одинаковые.
Единственное, то, что герой у нас, еще раз прочитаю, наносит среднюю атаку урона вражеским целям в зоне перекрестия. То есть, по сути, я так понял, что атака вся разделяется по его скиллу, то есть, ну, средняя атака, наверное, имелась в виду, увеличивает всем дружественным героям мощность атаки и скорость атаки. Поехали. Смотрим, умение 250 наносит на 17% на 3,5 секунды. Скорее всего, так. Кулдаун 6 секунд на 3,5, наверное, на 17% на 3,5 секунды. Кулдаун 6 секунд. Наверное, скорее всего, так. Что там еще делает? Уменьшает уклонение вражеских героев. Но вот уменьшение уклонения, это интересно будет. Так, заберем еще самики. Идем сюда и почитаем. Более интересное описание будет. Скилла 10%. Да, это оно. 66%. Ну, я скажу, это немало. На 40% режет. В принципе, неплохо. Поехали на подземке, попробуем. У него, к сожалению, тут подземки не пройдены. Ну, свалим, вот реально. А второй герой похож на этого, на Феникса. Правда, донатный. На юнитов не бахает, судя по всему. Чисто на героя. Ну давайте кого-то героя еще откроем, посмотрим. Откроем бочку. А, тут были герои. Ну, все равно бочку откроем. Поехали дальше. Вот, добавилось на бочку. Можем, кстати, сделать по-другому сейчас. Напасть бочкой отсюда. Вот смотрите на скорость атаки. Вот увеличилась скорость атаки, но чуть-чуть заметно. Увеличение. Ну, 3,5 секунды. Такой нюанс. Ну, не знаю, для бездоната будет ли он полезным. Я не знаю, честно скажу. Это как с вами. То есть, тот накидывает окаменение, этот немножко усиляет. Но не факт, что этот герой будет жить. Еще у меня вопрос в автопроке. Могу здесь сейчас проверить это. И по поводу стана. Надо поискать противников. Тут противники у него все, понятно, все без... Так, давайте попробуем так. Полистать. Наверное, 1007 идем. Просто нападу посмотреть. Так, стрелковые башни. Мне интересно посмотреть включение скилла. Ну и стан было бы неплохо посмотреть. Интересно. Еще разок. Каждые 2,5 секунды. У него получается не уяз. Ну, опять же, надо включиться. Ну,
не знаю, такое что-то на минималке, вообще ничего не понятно, честно скажу. Надо все-таки тестировать, его будет на максималках. Там будет хоть что-то понятно, плюс-минус. Так, я хотел... Еще раз хотел забежать в рейтинг. Тысяч берем. Так, есть стрелок. Энергия не забирается, судя по всему. Или нас убили слишком быстро, или реально она не забирается. Сейчас еще раз гляну. Хотя у него нету иммунитета. Магии нету, ничего нету, я не могу протестить. Вот, ноль прошел. То есть все-таки не уяз есть. Ну, не знаю. Честно скажу, такое непонятное. Просто он на минималке, как свален, дает атаку. Вопрос в том, будет ли герой выживать. А вот это вот больше всего меня интересует. Или он автопрокер, будет ли он сразу включаться. Но, к сожалению, здесь этого так не проверишь. Потому что нету ремки. Или нужна ему цель, чтобы включиться? Не, вроде нет, не нужна, вроде автопрокер. Если автопрокер, то это еще более-менее интересно. В общем, не знаю. В любом случае, это бездонатный герой. От него чего-то мегаимбового ожидать не стоит, но... Анимашка классная, умение тоже в принципе неплохое, неуязвим, на пару секунд, а так, не знаю, посмотрим, прокачаем, посмотрим. Пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.